Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я нахожусь на аллее славы Кцаливка, Ругувка, Институт физкультуры в городе Москве на Сиреневом бульваре. И сегодня здесь состоялось торжественное открытие монумента, памятника Кулику Николаю Георгиевичу, профессору кафедры борьбы единоборств, Кцаливка, самбисту, заслуженному тренеру самбо. И давайте мы подойдем ближе к этому памятнику и посмотрим, как он выглядит. Потом вы увидите уже, в продолжении будет показано, как произошло это открытие торжественное. На этом открытии присутствовали многие ветераны самбо, такие прям корифеи самбо, такие как Илья Цыпульский, Анатолий Бондаренко, и те, кто занимался в группе у Евгения Чумакова, это и Иван Свящев, профессор, тоже Кцаливка, и многие-многие другие. На открытии также присутствовал исполнительный директор Федерации, Международной Федерации самбо Сергей Табаков. На открытии был ректор сегодняшний Институт физкультуры. И также многие известные спортсмены, чемпионы Советского Союза по самбо, чемпионы России по самбо, видные деятели науки в области педагогики, образования и в области самбо из разных областей деятельности. Ну, давайте мы посмотрим на эту аллею, еще раз подойдем поближе. Сейчас мы подойдем поближе к этому памятнику, а потом уже будет, вы увидите, как бы прошло торжественное открытие. Вот этот монумент, памятник Кулику Николаю Георгиевичу, профессору, заслуженному тренеру Российской Федерации, заслуженный преподаватель Кцаливк, кандидат педагогических наук, судья международной категории экстра-класса, председатель Всесоюзной коллегии судей, руководитель комплексной научной группы сборной команды России по самбо. Здесь размещено также доска с надписью «Один из основоположников боевого самбо участвовал в разработке правил и в проведении первых турниров по боевому самбо. Много лет проработал в федерациях СССР, России, а также в международных федерациях. Оказывал научно-практическую помощь в развитии самбо в Марокко, Центральноафриканской республике, Франции и Японии». С другой стороны, это написано, что этот проект «Аллея российской славы» бюст создан по инициативе выпускников и руководства Кцаливк при поддержке Международной Федерации самбо ФИАС при участии семьи Николая Георгиевича Кулика, скульптор, народный художник Российской Федерации Салават Щербаков. Вот, кстати, здесь на этом монументе сзади сейчас здесь написано «Тренер сборная команда России боевое самбо». И подпись автора этого листа. Кстати, на открытии также присутствовал и сам скульптор Салават Щербаков. Итак, Кулик Николай Георгиевич, чемпион СССР по самбо среди студентов. Среди воспитанников Николая Георгиевича Кулика известные из спортивного мира выдающиеся личности, чемпионы мира и Европы, чемпионы России. Автор более 50 научных трудов. Вот, еще раз с другой стороны посмотрим на этот монумент.
И сейчас еще вид Аллеи Славы. Пройдемся по ней и посмотрим еще другие немножко монументы. Здесь также стоит памятник Василию Ощепкову, Анатолию Харлампиеву и Евгению Чумакову. И многим другим известным педагогам Цаливка, кто работал здесь и трудился. Уважаемые друзья, мы рады приветствовать на аллее героев спорта Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, профессорско-преподавательский состав университета, уважаемых гостей, выпускников и студентов. Сегодня здесь состоится поистине историческое событие – открытие бюста выдающегося наставника, спортсмена, спортивного судьи, преподавателя, одного из основателей отечественной школы самбо, профессора Николая Георгиевича Кулика. Заслуженный тренер России, профессор кафедры теории и методики единоборств, заслуженный преподаватель Гацалив, кандидат педагогических наук, почетный мастер спорта, судья международной категории экстра-класса, председатель всесоюзной коллегии судей, руководитель комплексной научной группы сборной команды России по самбо. Николай Георгиевич родился 26 августа 1937 года в станице Нововеличковского Краснодарского края Динского района. В 1959 году поступил в Гацаливк на первый курс спортивного факультета по специализации борьба самбо. За годы выступлений был многократным победителем первенства СССР среди студентов. В 1963 году окончил Гацаливк и продолжил обучение в аспирантуре на кафедре борьбы под руководством его учителя Евгения Михайловича Чумакова. В 1966 году, защитив диссертационную работу с присвоением звания кандидата педагогических наук. С 1966 года зачислен на должность старшего преподавателя кафедры физвоспитания Гацаливк. В 1968 году присвоено звание доцента. Николай Георгиевич проработал в стенах университета более 54 лет. В 2002 году ему присвоено звание профессора. Слово для приветствия предоставляется ректору Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризму, доктору педагогических наук, профессору Тамаре Викторовне Михайловой. Добрый день, уважаемые наши гости, уважаемые преподаватели, студенты, родственники. Сегодня, конечно, волнительный день, знаменательный. Вы видите нашу аллею славы. К сожалению, время идет, остановить мы его не можем. Все, что мы можем сделать, это вот на нашей аллее увековечить тех людей, которые всю свою жизнь посвятили делу спорта, тренерской работе, преподавательской работе, отдавали всего себя для того, чтобы ученики и последователи шли по его стопам. Конечно, в далеком 63-м году, когда Николай Георгиевич закончил университет, и пришел работать, это, видимо, наверное, была большая удача и счастье для нашего университета. Потому что человек всю свою жизнь посвятил подготовке спортсменов, подготовке тренерских кадров, которые, как видите, сейчас только много народа, продолжают его дело. И жалко, что он не дожил до того момента, когда его любимое самбо влилось в олимпийскую семью, с чем вас всех, конечно, здесь присутствующих поздравляю.
Что можно сказать? Я сама поступила студенткой в университет, я приходила к нему на занятия. Более человека, который предан своему делу, я в своей жизни встречала мало. Ну, наверное, своих учителей мы помним и тех, с которыми мы столкнулись. Потому что это был Советский Союз, мы верили в свою работу, мы верили в спорту, вот, мы стремились к высотам. И более увлеченного человека своей профессии я, в общем-то, встречала мало на своем пути. Хочется что сказать? Большое спасибо ему за то, что он сделал, за то, что только столько много людей, которые продолжают его дело, которые любят ту профессию, которой он их обучил. Это большое счастье, что есть такие педагоги, вот, и что пройдет много-много лет, и наши внуки, которые, к сожалению, не смогут работать с такими выдающимися, извините за слово, ортодонтами, но они могут ходить по этой аллее, смотреть на данных людей, почитать их биографию и гордиться, что они были отцами-основателями научных школ, которые живут и сейчас. И надеюсь, наши дети и внуки будут продолжать дело своих дедов. Поэтому большое вам спасибо, Николай Георгиевич. Конечно, еще раз повторяю, очень жалко, что время остановить нельзя. Но самое главное, у нас остается память. Память, и мы ее будем передавать нашим детям, внукам и будем увековечивать так, чтобы об этом помнили и не забывали никогда. Спасибо вам большое. Тамара Викторовна, просим вас остаться. А для торжественного открытия памятника профессору Николаю Георгиевичу Куликову приглашаем Илью Лазаревича Цепурского, ветерана, того человека, с кем они об руку прошли этот большой спортивный путь. Профессора кафедры теории и методики единоборств, исполнительного директора Международной федерации самбо Сергея Евгеньевича Табакова. Сына Николая Георгиевича Максима Николаевича Кулика. И руководителя московского отделения проекта «Аллея российской славы» Владимира Дмитриевича Кошлакова. Внимание! Открыть памятник. Аплодисменты! Звучит гимн Российской Федерации. Спасибо. Просьба гостей вернуться на свои места. Но Сергея Евгеньевича Табакова, исполнительного директора ФИАС, члена исполкома Всероссийской Федерации самбо, заслуженного тренера России, кандидата педагогических наук, профессора, мы просим и приглашаем к словам открытия памятника Николая Георгиевича Кулика.
Добрый день, дорогие друзья. Отрадно видеть сегодня родные и знакомые лица как наших ветеранов, уважаемых выпускников, с кем учились, соответственно, те, кто уже, кого мы выпускали, и сегодняшних студентов, аспирантов, магистрантов. Сегодня большой праздник в нашем Московской Федерации, в нашем ВУЗе. И, к сожалению, не смогли присутствовать президент Международной Федерации и Всероссийской Федерации самбо. И поэтому сегодня я выполняю функцию, представляю эти федерации для того, чтобы сказать слова Николая Георгиевича. Ну и, безусловно, как выпускник 88 года специализации самбо, Николай Георгиевич был нашим куратором. Это была очень такая серьезная группа. То есть все прошли армию, все были уже достаточно взрослые. Я сравниваю с сегодняшними 17-летними студентами. Нам уже было по 22 года. То есть мы знали, куда бежать, что поднимать, что нести. И, конечно, Николай Георгиевич, он очень хорошо дополнял весь этот процесс, как и все люди, со всеми сильными и слабыми сторонами, и кому-то доставалось тумаков, и кому-то, кого-то очень долго он, так сказать, мучил, но, тем не менее, в результате получились очень хорошие выпускники, очень хороший набор, и, конечно, мы вспоминаем об этом с теплотой. Николай Георгиевич, ну, наверное, продукт своего времени, то есть что его выделяет, безусловно, это, конечно, любовь к самбо, это и вопросы истории, он очень много занимался, искал, пытался найти истину, откуда же взялось наше самбо и что было на каждом этапе развития. И очень, причем, искренне это делал. Он занимался судейскими вопросами, возглавлял коллегию судей. Ну и, конечно, человек такой непоколебимый, очень твердый, уверенный в своих решениях. Ну и при всей вот этой, то есть, представители тяжелой весовой категории, конечно, он внушал всех уважение, да, и трепет у окружающих. Тем не менее, я могу вспомнить один момент. Для меня он был, ну, таким значительным, да. Когда мы прощались с Игорем Михайловичем, то он рыдал, как ребенок. То есть вот этот жест человека, который действительно имеет душу, человек, который очень ранимый. И вот этот факт для меня был очень, ну, скажем так, показательным, что даже у этого большого, сильного человека, чей кулак, наверное, там три моих кулака, да, но тем не менее он очень тонкий, очень ранимый и очень любящий жизнь. Дорогие мои, я вас поздравляю с этим праздником. Давайте проходить мимо, давайте в праздник и без праздника приносить сюда цветы нашим учителям. И несмотря на то, что наш уважаемый Виктор Михайлович сказал, Табаков, ты здесь на аллее устроил кладбище своим самбистам. Я говорю, Виктор Михайлович, ну, это хорошо, значит, люди того заслуживают. Да, здесь и Ощепков, и Харлампьев, и Чумаков имеют отношение к самбо, и Силуянов, с которым мы 20 лет работали совместно, помогали осуществлять подготовку сборной команды России. И даже наш уважаемый Тышлин, хотя он фехтовальщик, тем не менее он всегда говорил, что я ученик Чумакова, я тоже самбист. Поэтому, видите, аллея прекрасна. Ректору низкий поклон, Тамара Викторовна, за то, что вы пошли на встречу, и этот проект состоялся. Ну и всем тем, кто принял в этом участие. Спасибо. Спасибо огромное за теплые слова. А мы приглашаем доцента кафедры МГУ, историка, человека, кто всю свою жизнь посвятил тому, чтобы найти истоки, корни и все-таки определить, кто создал самбо, Горбалеву Алексею Михайловичу. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья,
ветераны, преподаватели, руководители университета. Честно говоря, мне очень неловко сегодня стоять перед вами, потому что я знал Николая Георгиевича, вероятно, меньше многих из вас. Но мои занятия истории сам привели меня к Николаю Георгиевичу, мы много с ним говорили об этом. И вот в этих разговорах, в тех поступках, которые я мог наблюдать, он раскрылся передо мной как человек чрезвычайно убежденный, принципиальный, всей душой любивший самбо. Человек самых твердых убеждений, он был в своих убеждениях так же тверд, как его знаменитое рукопожатие, о котором уже сегодня говорили. И сегодня я вижу, сколько собралось людей, студентов, учеников, товарищей, родных Николая Георгиевича. И я понимаю, что это был действительно замечательный человек, уход которого для многих стал действительно тяжелым ударом. Хочу все-таки в этот день всех вас поздравить с открытием этого памятника. Считаю, что это достойный поступок. И надеюсь, что последующее поколение студентов вуза, следующее поколение самбистов будут помнить Николая Георгиевича. Спасибо вам. Спасибо большое. И небольшая историческая справка. Спорткомитет СССР в 1976 году направил Николая Георгиевича в Центральную Африканскую Республику для подготовки сборной команды ЦАР по дзюдо к Олимпийским играм в Москве. На протяжении трудовой деятельности Николай Георгиевич оказывал научно-практическую помощь международным федерациям по самбо странам Марокко, Франции, руководил проведением тренерских и судейских семинаров. В совершенстве владея французским языком, был автором переводов правил соревнований, методических пособий по самбо. Начиная с 1989 года, оказывал научно-практическую помощь команде Японии при подготовке к чемпионатам и кубкам мира по самбо. А сейчас для торжественного приветствия мы приглашаем полковника, главного специалиста Центра профессиональной подготовки Министерства внутренних дел Российской Федерации Щелкушкина Алексея Николаевича. Уважаемые друзья, ветераны, меня познакомил с Николаем Георгиевичем мой старый друг, заведующий кафедрой физического воспитания университета Сергуаджи Никиты Эдуард Михайлович Кураков. За свою трудовую деятельность в органах меня с ним свела судьба. И вот один момент в моей жизни, когда в 73-м году сотрудники московской краснознаменной милиции совершили подвиг, освободив заложников при захвате бандитами самолета Як-40. Перед захватом и освобождением заложников мы проводили совместную тренировку с великим человеком для меня. И я набрался у него опыта. И вот были освобождены заложники без единой жертвы. Никогда об этом подвиге наших сотрудников не афишировали. И вот за совершенный подвиг Александр Попридухин был удостоен звания Героя Советского Союза. Два человека орденом Боевого Красного Знамени, остальные медалями за отвагу. Вот это один момент из жизни этого великого человека. Но я хочу еще напомнить, что его ученики университета стали чемпионами мира, будучи сотрудниками московской милиции и полиции. Это Мартынов, это Смирнов, это много других, я просто волнуюсь, не могу всех перечислить. И его заслуга неоценима в подготовке кадрового аппарата Главного управления МВД России по городу Москве. Мы с ними, с учениками, которые продолжили вот его работу, это Табаков, Елисеев,
которые подарили нам целую плеяду этих мастеров спорта по самбо, с которым мы завоевывали звание чемпионов всемирных игр полицейских и пожарных в Барселоне, в Нью-Йорке, в Канаде, везде к нам подходили и просили показать боевые приемы борьбы, которыми Кулик владел в совершенстве. Спасибо еще раз вам за внимание, спасибо за предоставленное слово и спасибо этому великому человеку, тренеру. Низкий поклон. Также хочется сказать, что перечисляя заслуги Николая Георгиевича, нельзя не сказать его научном и преподавательском пути. Им было подготовлено и опубликовано более 50 научных работ. Среди них выделяются такие, как монография «Совершенствование работоспособности борцов-самбистов», «Физическая подготовка борца-самбиста с учетом биологических закономерностей организма». Также можно сказать, что среди его выпускников не только заслуженные мастера спорта и тренеры, но и люди творческих профессий. И сегодня мы предоставляем слово скульптору, народному художнику Российской Федерации Салавату Александровичу Щербакову. Во-первых, я могу сказать, что это огромная честь для скульптора прикоснуться к такой личности, как Николай Георгиевич. Но я прикоснулся не только как скульптор, потому что в году примерно в 70-м, когда лет мне было 15 или 16, он был тренером у меня, у Евгения Леонидовича Глориозова. Я тренировался, и там был тренер Николай Георгиевич. И я могу сказать, что он как личность огромная, красивейшая, большой, широкий человек, удивительный. Ну, по многим, он даже в кино снимался, что неудивительно, да? Это раз. А кроме того, что он такой большой и широкий, он еще мощнейший, назовем так, узкий специалист. То, что он взял из техники вот этот захват за два рукава и нас погрузил вот в этот узкий коридор, такой глубокий знаний, он делал и бросок через спину, и заднюю подножку. Вот, кстати, ребята сейчас продемонстрируют. И даже зацеп стопой. И даже бросок через голову за два рукава. Вот сейчас вот, ребята, вы можете вот такой научный, очень такой лабораторный, глубокий подход, это свойственно, ну, так я скажу, большим ученым. Вот, и мне очень радует, что здесь присутствует внучка Николая Георгиевича. Максим, где внучка? Вот она, внучка Николая Георгиевича, понимаете? Вот это потомство, это будущее. Как зовут внучку? Алина. Алина, вот. Большое спасибо, что все собрались. Еще раз скажу, для меня большая честь. И не только Николай Георгиевич, а ныне ветераны, которые еще живы, мы их видим, мы на них в детстве и в молодости ориентировались. Большое спасибо еще раз. И будем уважать и чтить память. Спасибо огромное за теплые слова. А мы предоставляем слово академику, вице-президенту международной гильдии профессиональных фотожурналистов, доценту кафедры кинооператорства мастерства в ГИК и самому старейшему на сегодняшний день самбисту России Юрию Николаевичу Транквилицкому. Самбисты, привет! Значит, с большим уважением я впервые попал на аллею, на эту аллею славы. И мне очень приятно видеть моего главного педагога Анатолия Аркадьевича Харлампия. К нему я пришел
1938 году, когда самбо еще не называлось самбо. Я пришел весной, а самбо официально объявлено осенью. Ну, у меня с самбо связана вся жизнь. Если бы я не занимался самбо, я здесь не стоял. Довелось воевать в Белоруссии, освобождать Белоруссию от фашистов. И в процессе боев 6 раз я с фашистами устраивал, то есть они устраивали, они прыгали на меня, и мне приходилось вспоминать приемы, которые меня научил Анатолий Аркадьевич. 6 раз я выиграл у 6 фашистов. Пришлось их отправить на тот свет при помощи приемов самбо, кстати. Так, с большим уважением к Бойку. Он очень похож на Анатолия Аркадьевича лицом. Тут же мне очень приятно видеть Женечку Чумакову, так я его звал. Он был моим тренером, но после занятий он был для меня Женечкой. Я для него был Юркин, и еще он придумывал всякие ласковые слова. Очень приятно, что эта аллея, наверное, будет продолжена. И мне бы хотелось, чтобы самбо здесь было больше и лучше представлено. С уважением к Бойку, которого я видел на соревнованиях, когда он был главным судьей и оценивал то, как борются на ковре. Я думаю, что хорошо бы сюда добавить, правда, тут они не преподавали, Латышева, Илью старшего, короля приема бедро, он бедро крутил из любого положения противника. Он при мне сказал своему противнику, это на первенство Москвы, страны было. Я тебе сделаю бедро на 3-й минуте, готовься. Ну и заулыбался, доволен своей шуткой. И сделал, конечно, бедро, несмотря на то, что противник знал, что ему надо все время уворачиваться от самбиста. Я думаю, что и Толя Латышев, младший брат, который был моим соратником на ковре, мы вместе разучивали до войны приемы самбо, тоже он был многократным чемпионом страны и тоже заслуживает, его уже нет живых, и заслуживает, я думаю, эту аллею можно продолжить не только теми, кто преподавал самбо, хотя это великое дело. Я считаю самбо лучшим видом спорта. Плюс к этому он мне спас жизнь. Спасибо огромное, спасибо. Юрий Николаевич. Наше мероприятие подходит к концу, и мы просим пройти и сделать возложение цветов памятнику Николаю Георгиевичу Кулику. И затем, почетные гости, не расходитесь, просим вас после возложения цветов сделать совместное фото. Thank you.
Просим уважаемых гостей на совместное фото перед памятником Николая Георгиевича Кулика, ветеранов. Пожалуйста, проходите. Проходите сюда, поближе. Вот это, проходите. Проходите. На совместное фото проходите вот сюда сейчас. Надо в студию поставить. Проходите на совместное фото. Я книжку дали? Да, спасибо. А ты говорил, что ты убивался. Что за мной живу, поэтому я Да, подходите, пожалуйста, с этой стороны. С той стороны уже заполнено. С этой стороны, уважаемые гости. Викторсон, подходите. Откуда? Посади на всю руку. Внимание, внимание! Внимание! Александр!